Всем привет! Стараемся не сидеть на месте, так сказать, двигаться в ногу со временем. Решил похвастаться обновками для, так сказать, ведения блога. Ну вот, приступим. Первое, что мы приобрели, это вот такой вот студийный микрофон. Конечно, полупрофессиональный. Нельзя сказать, что это там суперпрофессиональный микрофон. Но для записи голоса в блоге, я думаю, будет достаточно. Есть шум этот, ветрозащита у него. Вот такая вот. Такой вот сам микрофон. Это у нас модель. Коробочку я уже где-то не могу найти, отложил. Это у нас ProTech BM800 или ProTech BM800. Подключается он вот таким вот разъемом на защелочке. Вот, защелкнули. И вставляется через обычный 3.5 разъем в ноутбук или в компьютер, куда там удобно. Значит, к этому микрофону у нас не идет тренога, поэтому я докупил треногу такую, чтобы можно было микрофон поставить на стол и со стола, так сказать, записывать отдельно. Стоит она недорого. Около там, по-моему, 60 там с чем-то гривен. Вот. И, соответственно, к нему же тоже докупили звуковую карту. Тоже протековскую, ну или протечевскую, да, правильно говорить. Там CH написано. Звуковая карта, пятиканальный звук. Идет, судя по описанию. Ну, вообще написано 7.1 channel. External. Ну, я думаю, что 7.1 вряд ли. По описанию вроде как пятиканальный звук. Ну, в чем смысл? Смысл в том, что у ноутбука звуковая карта стандартная, она, ну, понятно, да, не очень хорошая. Поэтому мы докупили вот такую вот звуковую карту. Что у нас тут? Ага, все, желтый это микрофон, а зеленый это наушники. Вот так это наставляется, и, соответственно, в ноутбук через USB. Вот такие вот у нас обновки на нашем видеоблоге. Соответственно, кому будет интересно, ссылка будет в описании, где я купил, там посмотрите стоимость и все остальное. Если кому-то нужен подобный девайс. Ну и на этом все. До новых встреч. Пока.